Расширенное совещание, посвященное основным проблемным вопросам, поступающим от жителей и гостей курорта, провел вице-мэр Виталий Воронов. Участвовали руководители пляжных территорий, представители МУПАКО, ГИМС, регионального оператора «Экотехпром». Обсуждались такие темы, как качество сервиса, организация доступной среды для маломобильных граждан, недопустимость навязывания услуг и нарушение свободного доступа к 20-метровой полосе. Виталий Воронов подчеркнул, что в случае нарушения договорных обязательств мэрия курорта будет проводить претензионную работу вплоть до расторжения договоров. Руководителям пляжей даны рекомендации по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный город» и поставлены кратчайшие сроки для устранения озвученных замечаний. Надеемся, что ответственные лица также обратят внимание на пляж «Малая бухта». А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.